который уже по счету шестой. Вот мы посчитали шестой. То есть получается такая традиция, что зимой мы вот в этом уютном зале встречаемся. И идея этих концертов, она вот единая. Дети играют старинную музыку, потому что здесь есть чудесный орган, очень интересный небольшой лифт, висит. И вот такой зал камерный, когда очень удобно слушать старинную музыку. Дети играют старинную музыку. И по традиции этот концерт делают две музыкальные школы московские. Детская музыкальная школа имени Гречаминова и детская музыкальная школа имени Дунаевского. В этих школах есть класс органа. В Гречаминовской школе его ведет Александра Евгеньевна Максимова. А в школе имени Дунаевского класс органа ведет Олеся Васильевна Кравченко. Вот их учеников вы сегодня услышите. Ну и непременным участником этих концертов является детский ансамбль старинной музыки «Фьори Музикаль», который очень давно уже существует в школе имени Кричининова. Художественный руководитель этого ансамбля Елена Владимировна Кирокосова. Ну, дети там меняются, но вот в этом составе они уже играют третий год. Вот сегодня вы их тоже услышите. Конечно же, орган не только сольный инструмент, он хорош и как концертмейстер. И по традиции, опять же, мы к этим концертам готовим очень интересные ансамблевые номера. Вот кто не первый раз, тот слышал, как ну, довольно традиционно скрипка и орган звучит, как интересно звучит саксофон и орган, или даже гусли с органом, вот такой. Сегодня вашему вниманию будут представлены вот, интересные очень сочетания труба и орган. И мы еще решили соединить струнный ансамбль вот, из музыкали с органом и с трубой. Вот такие интересные сегодня номера будут представлены вашему вниманию. Теперь, я думаю, надо начать, потому что вот уже там юные исполнители томятся за кулисами. И я приглашаю на сцену первого исполнителя. Жан-Батист Лае, Гавот. Исполняет Илья Мягков, труба, преподаватель Валентин Иванович Королев, партия органа. Жан-Батист Лае, Гавот. Исполняет Илья Мягков, труба, преподаватель Валентин Иванович Королев, партия органа, детская музыкальная школа имени Гречанина. Thank you.
части сюиты «Музыка на воде»: минорет, андарте, бурре и хорн-пайп. Вот мы мыслили эти части как единый ансамбль. Только, пожалуйста, не аплодируйте между частями. Слушай. Thank you.
Thank you.
ансамбле. На самом деле, вот работа, да, родители, мы сами детей, никаких успехов и ничего не будет. Анечка, обернись. Спасибо.